Нет, ну она была милая женщина, просто... Это вам. Вот это я вот так живу. Он романтический актер вне романтического времени. Интересный и прекрасно сложен. Конечно, я была влюблена в него. Шутей, на этот раз ты от меня не уйдешь! На Мишу заглядывался весь театр Ленсовета. Я всегда знала и сейчас знаю, что Миша меня очень сильно любит. Как бы он себя ни вел. Лариса, не хочешь получить поцелуй от мужа? Он, конечно, был создан Д'Артаньяном. Я честный человек! Надеюсь, что это так. Я храбр! В этом я убедилась. А мой папа всегда был героем. И мне так было приятно, что всех негодяев он победил. А усы? Усы где? Усы покажи. Премьера к юбилею Михаила Боярского. Я мечтаю книги, камин и увидеть, как распускаются почки. В субботу на Первом.